Всем привет, продолжаем с вами играть во вторую главу Рафта. Сегодня, надеюсь, у нас получится поиграть с подписчиком вместе, мы поплывем до нового острова. Я, по крайней мере, сам уже загружаюсь и буду ждать подписчика прямо на плоту. Кстати, подписчик посоветовал мне использовать бутылку для того, чтобы воду с собой таскать. Этого я никогда не делал, давайте создадим бутылку пока что. И вообще лучше поспать. Смотрите, яйцо есть, ура. Давайте изучим быстрее. И открыть, так, яйцо изучить. Целебная мазь. И целебная мазь заживляет рану, ура. Научиться, научиться. Бинокль не нужен, так, нам нужна бутылка обычная. Сок лианы, у нас его должно быть много. Или ноль. Есть. Сок лианы, берем. Раз, хотя бы одну бутылку. Как в бутылку наливать воду? Просто подходим, что ли, вот так. Раз, два, три, четыре, смотрите, пять. Пять кружек. Ничего себе. Так, и опреснитель нам еще один нужен, конечно же. Ох ты, готовая зубатка, ура. Можем пока что пожарить. У нас сегодня не столько доплыть до острова цель. Теперь на плоту. Это как? Смотрите, полученное достижение, тимплей. Где он? Где он? Он же на плоту был. Куда его перекинули? Может, под плот? Давайте посмотрим. Нет, под плотом только акула, это не друг. Вот это да. Я говорю, у нас не столько сегодня цель доплыть до острова, как поиграть с подписчиком. Это будет просто шедеврально. А пока нам нужно готовить рыбу, если она есть. Птичье гнездо, да, мы должны создавать добро. Давайте добро это создадим вот здесь. Так, ну мы тогда будем постоянно чайку устранять. На краешке. Ладно, пусть прилетает. Ой, вот акула всегда зло создает. А, все, я ее замесил. Четыре, так. Набрали акулевого мяса, сейчас пожарим. Смотрите-ка. Yes. Положить доска. Что если я сделаю зиплайн до конца? Мы его поставим на остров. Во, я еще это хотел протестировать. Что получится? Давайте зиплайн. Свой поставить туда, наверное, не разрешат, да? Ну, проверим все равно. Зиплайн вместо зубатки. Ну-ка, можно ли тебя оставить здесь? Ах ты, не разрешают. Ну и ух ты, вот он. Смотрите. Я на него показываю. Это жесть. Мы будем играть с подписчиком. Сейчас я натяну трос отсюда до самого верха. Смотрите. Ура, с подписчиком. Пока что бегу наверх. Получится ли вообще так дотянуть? Вау, какие здесь тросы огроменные. Разрешат ли мне отсюда уплыть? Они не разрешают соединять-то с островными. Смотрите. Все, конец. Вот я и проверил. Понятно. Отпустить. Смотрите. Сейчас попробую захватиться снова так же. И... А, и в воду, да? Акула валяется. Так, ну-ка, куда он убежал? Как так-то, да? Это же жесть, что мы можем играть с подписчиком. Так, пьем. Он купается. Что он там ищет? Кстати, он мне сообщал, что у него есть опреснитель. Его зовут, смотрите, Микс Фикс. Мне раньше очень сильно нравилось такое какао. Микс Фикс. Так, с якоря снимаем. И отплываем. Все, зарядил досок. Мы вместе реально играем.
Так. Пока сменили направление. Сейчас снова будем менять направление. То есть наша цель сегодня просто доплыть с подписчиком до острова. Это наш сегодняшний минимум. Что интересно он может делать вообще на моем плоту? Ну-ка смотрим, бочка соберется. Собрал, да-да-да. Уплываем, ничего себе. Он даже реально может все собирать. Там у нас на пути есть две бочки. Сейчас их будем собирать. О, убегаем. Что, свекла была? Не готовая ли? Не готовая, ура. Закидываем ее. Сырая свекла, но нужны две, скорее всего. Видите, начать готовить нельзя. Сырой картофель. Ой, я уже не слежу. Человека сидит. Кстати, можем садануть меня, если попаду. А, патронов нет, чего? А как так-то? Мы же свиней доставали. Очень прямо по курсу. Целимся. Так, маленько левее. Во, тема. Смотрите. Он бегает с крюком. Вот реально, даже ник сам классно смотрится, что он большой. Все удобно, никакой мелочи нет. Сколько у нас досок? 5. Так, сейчас досок еще возьмем и будем плавить медь. В слитки. Нужно все переплавлять, пока мы путешествуем. Вон, видите, у меня есть железный слиток и медный. Скорее всего, на новом острове будут даже титановые слитки. Положить доска. Неплохо. Нужно еще приюшку какую-нибудь сделать. Вот такую. Вот это шедевр. Вау. Ну-ка в него. Он смотрит вверх. На него можно запрыгнуть? Меня с него скидывает. Это я типа кинул. Ну странно, где мои стрелы? Я же всех их из свиней собирал. Вот стрелы мои. Если что, в чайку выстрелим. Ну, все, уплыла. Ес, прямо по курсу. Так, манго уже можно собирать. Смысл ждать, если можно собирать. Видите, в рифму. Положить доска. Я так заметил, что манго больше дает плодов и пальмовых листов. А кокосы больше дают именно досок. Акула уже жила, быстро оживает. Так, подсекаем бочку. Если палочку взяли. А если я усну, как он будет спать? Что? Семечек манго нет? Железный слиток. Все уже валится, видите? Петли скидываем, стекла объединяем, болты тоже скидываем. Ничего себе, у меня досок. Вот реально я уже стал фармить доски. Медь положить. Что он там написал? Ах ты. Сникла. Так, где моя стрела? Вот, сначала стрелу берите. Потом берите окорочка. Ах ты, окорочка в самом конце дают. Хитро. Вот есть манговое семечко. Берем его. Кстати, можно поливать из бутылки? Давайте проверим. Они не придумали этого. Смотрите, земля считается политой почему-то. Привет, чайка. Извини. Ах ты. Каменная стрела. Как стрелу-то взять? Ой, так это опасно. Где мой плот? Это нереально опасно. Так, похоже, акула промахнулась. Пластик берем.
Просто я, считайте, за пластиком сплавал. 500 метров справа. Вы что, с ума сошли? Это что за соты? Сотовый остров какой-то, видели? Две бочки, это сильно. Ничего не выпало. Что это? Это что за защитный остров? Он реально защищается. Так, ну нам даже не нужно знать, куда плыть теперь. Мы уже видим его. Один пластик, хотя это большой очень предмет. Странно, почему он один. Вот это остров. Такое ощущение, что мы в фильме Шоу Трумана. Надеюсь, вы смотрели. У нас есть сырая свекла. Так, мы подплыли к главному входу. Нам стрелочками показывают, что там где-то слева док, похоже. Где-то слева док, похоже. Рулим. И мы в док в этот должны войти. Я уже пропустил. Рулим. Лево руля срочно. Рулим. Интересно, пройдет ли наш плод в этот док? Скорее всего, нет. Рулим. Рулим. Микс фикс это какао. Очень легко запомнить. Рулим. Так, 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 так. У него реальные проблемы с интернетом. Он уплывает от нас. Бам. Акула бросается на него. Как я его могу защитить-то? Бросить якорь, что ли? Это жесть какая-то. Я ничего сделать не смогу. Надо на себя отвлечь. Смотрите. Бьем ее тогда. Бьем, бьем, бьем пока что. Подышим. Так, нужно срочно отойти. Да как тебя бить-то? Ой. Ах ты, мне сейчас саму конец. Так, где мой плод? А мне реально сейчас может быть конец. Давай, я успел. Он оклемался почему-то. Так, это хорошо. Такое ощущение, что он все ящики открыл. И как это ему удалось? Так, вот док. Все стрелочки указывают сюда. Смотрите, это что такое? Он пытался что-то поймать. Наш плод могут запустить, в принципе-то. Да, тут не промахнешься. Нас ждали почему-то на маленьком плоту, но мы приплыли на огромном. Если что, здесь прямо так и встанем. Ну да, я уже никак не прохожу. Ну никак прямо. И быстро якорь кидаем. Вот это класс. Так, что мне здесь готовилось? Ничего. Медный слиток. Копье уже такое средненькое. Копье средненькое. Так, как делается копье? Давайте смотреть. Два железных слитка. И болт. Давайте заходить. У нас очень много ячеек свободных. Так, и акула здесь, скорее всего, не плавает, да. Ничего себе. Использовать. У нас сегодня изучать остров нет задачи. У нас была задача только лишь до него доплыть. Что? Элеватор? Мы как будто бы в метро. Так, вы нападаете, какие-то тараканы бегают. 2D, причем, видите, у них нет объема. Генератор. Дверь закрыта с другой стороны. Так, лом не применяется. Кафетерия, лоудинг бэй, сторидж эрия, генератор. Вау, ой. Здесь крысы есть эти. Ой. Сперва. Ах ты, вот когда. Ей мало даже. А, с трех. Каменная стрела, каменная стрела. Так, и одна где-то здесь, да, воткнулась? Ура. Отбираем.
Только сырое мясо, ура. Не, ну лучше копье, оно, конечно, надежней. Надо запоминать. Loading Bay, Storage Area. Так, генератор. Идем пока что к генератору. Ух ты, с другой стороны. Скорее всего, подписчик пока что не в игре. Мне сообщение не приходило. Смотрите, как можно. Просто отходами. А, все, с трех раз. Как с трех стрел, так и с трех ударов копья. Закрыто. Не протиснуться. Значит, здесь всего лишь один вход. Нужно его угадать. Ух ты. Винтовая лестница с добром. Я на стене нахожусь. Какая-то стрина, огромная крыса. На. Раз. Два. Вот смотрите, лайфхак. Даже стрелы можно из нее брать. Ими же шмалять. Нас так и ведут в кафетерию. Генератор сторож справа. Вот и сама кафетерия. Древние крысы ходят. Так, давай, давай, давай. Но это большая. Эти без прыжков как будто. Я почему-то вообще не промахиваюсь. Только мясо. Записка первая, ура. Давайте пока не читать. Пластик, наконец-то. Ах ты, думал, стрела это петли. Классно, обхитрили. Ух ты! А, так ты ничего не сделаешь. А, нет, сделаешь. Так, и ножку, ножку. Смотри, у меня с собой как раз таки взята бутылка воды. Мы сейчас находились в кафетерии. Вот склад кафетерии, похоже. Нет, это кухня. Деталь для генератора. Ух ты! Это был сильный удар по мне. Проверяем, можно ли. Нет, так их не обманешь. То есть они допрыгивают хорошо. До всего. Как будто чертеж, это просто доска была разделочная, видели? Хитро. Ух ты, я с другой стороны. А, еще деталь. Это была кафетерия. Но с другой стороны заход. Давайте мы на кафетерии видео закончим. В следующем видео продолжим дальше изучать остров. Всем спасибо за просмотр, оцените продвижение по сюжету во второй главе Рафта лайками, обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси, всем пока.